Всем привет! С вами Ростиксон. Наконец-то я сделаю обзор на Trust Wallet. Обзор крипто-кошелька от Binance. Сегодня расскажу о функционале, установке и регистрации, безопасности кошелька, как пользоваться кошельком Trust Wallet, какие криптовалюты он поддерживает, его преимущества и недостатки, ну и в конце выводы. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, оставлять ваше мнение в комментариях, потому что это важно как для меня, так и для Ютуба, он будет продвигать мое видео. У моего друга есть канал ВКонтакте с лучшими аирдропами и вообще криптотемами, где можно заработать. Переходите по ссылке в описании. Спустя 11 лет после создания первой криптовалюты биткоин, цифровые деньги используют во всем мире для покупок, продаж и инвестиций. Все больше пользователей используют их в качестве платежного средства. А деньги нужно хранить в надежном месте. В случае крипты, в супернадежном. Мультивалютный кошелек Trust Wallet. Это децентрализованное мобильное приложение, позволяющее получать, отправлять, хранить и обменивать популярные криптовалюты. Trust Wallet принадлежит популярной торговой платформе Binance и является ее официальным кошельком. Основатели проекта Виктор Радченко и Максим Распутин начали работать на Trust Wallet осенью 2017 года. В июле 2018 года их продукт купила Binance. Изначально кошелек поддерживал только эфириум и токены стандарта ERC-20. Затем были добавлены другие криптовалюты, а также поддержка децентрализованных криптобиржи Binance DEX. Официальный сайт trustwallet.com. А за счет интеграции протокола Kyber Network Trust Wallet поддерживает различные децентрализованные биржи. Это позволяет пользователям обменивать цифровые деньги на различных торговых площадках без необходимости работать с выделенными книгами заявок. А кроссплатформенная библиотека ПО с открытым исходным кодом Trust Wallet Core позволяет разработчикам создавать собственные децентрализованные приложения и кошельки. Trust Wallet является одним из самых популярных кошельков на рынке. О причинах его успеха скоро узнаете. Теперь о функционале Trust Wallet. Вы можете создать адрес цифрового кошелька и закодированные секретные ключи для отправления и получения различных криптовалют. Просматривать децентрализованные приложения DEPS и взаимодействовать с ними. А также совершать транзакции на основе эфириум, не устанавливая ПО на ваше устройство. Ну и так далее. Trust Wallet не сохраняет секретные данные, кроме адреса кошелька. Поэтому, если пользователь потеряет пароль или секретный ключ, то восстановить кошелек будет невозможно. Trust Wallet отличает Web3 браузер, позволяющий взаимодействовать с децентрализованными приложениями прямо из приложения Trust Wallet. Сервис напрямую работает с разработчиками DEPS. Перед добавлением в местный marketplace все приложения подвергаются тщательной проверке. Список доступных DEPS постоянно расширяется. Кроме того, с помощью Trust Wallet пользователи могут приобретать коллекционные токены. Раздел «Коллекции». Мультивалютный кошелек. Trust Wallet – это мобильный мультивалютный кошелек, который работает со всеми топовыми криптовалютами. Первоначально приложение создавалось как эфириум кошелек. Именно поэтому оно работает практически со всеми валютами, которые создаются на блокчейне эфира. В первую очередь это токены стандартов ERC-20, ERC-721 и ERC-223. Кошелек имеет прямую связь с децентрализованной биржей от Binance, Binance DEX, благодаря чему позволяет пользователям совершать быстрые и анонимные сделки с криптовалютой. Стейкинг. В октябре 2019 года в приложении появилась функция стейкинг. Это процесс хранения средств на криптовалютном кошельке с целью получения вознаграждений за счет обеспечения работоспособности блокчейна. Таким образом, за хранение на своем счету пользователь Trust Wallet получает дивиденды. Концепция стейкинга тесно связана с механизмом доказательства доли Proof of Stake, POS. В отличие от блокчейнов на Proof of Work, POF, которые используют майнинг для подтверждения новых блоков, система POS проверяет и валидирует новые блоки с помощью стейкинга, без необходимости использовать специальное оборудование ASIC. Таким образом, валидаторы на POS выбираются не путем дорогостоящего и трудозатратного майнинга, а на основе количества монет, которыми владеет. Чем больше монет в доле имеет пользователь, тем выше вероятность того, что его выберут в качестве следующего валидатора. На сайте можно даже подсчитать уровень дохода за день, неделю, год,
воспользовавшись калькулятором стейкинга. На данный момент Trust Wallet поддерживает стейкинг Трона, Вичейна, Тезоса, Алгоранта, Космоса и многих других. На платформе используется Trust Deb Browser, полнофункциональный Web3 браузер, которым можно использовать для взаимодействия с любым децентрализованным приложением Deb. Его цель – создать сообщество децентрализованных приложений, доступ к которым может получить любой пользователь мобильного устройства. Установка и регистрация. Кошелек Trust Wallet отличается простым и интуитивным дизайном. Приложением очень легко пользоваться и с его помощью приобретать интересующие активы. Кстати, сайт поддерживает 11 языков, в том числе русский. Чтобы скачать приложение Trust Wallet, вводите Trust Wallet в App Store или Google Play. Загрузив приложение на устройство, переходим к установке. Если у вас нет кошелька Trust Wallet, система предложит создать новый кошелек. Первым шагом станет установка сид-фразы 12 слов, которые позволят установить кошелек в случае утери. Это обязательная часть системы безопасности Trust Wallet. Чтобы продолжить, необходимо подтвердить, что вы понимаете и принимаете последствия потери секретной фразы, что приравнивается к потере доступа к кошельку. Ставим галочку и жмем «Продолжить». В новом окне создаем фразу восстановления, состоящую из 12 слов. Копируем ее и сохраняем в безопасном месте. И никогда и никому ее не передаем. Завершающим этапом создания кошелька станет верификация сид-фразы. Нужно разместить все 12 слов в верном порядке. После этого действия на экране отобразится сообщение, что ваш кошелек успешно создан. Поздравляю! Теперь доступ к личному аккаунту и полному функционалу приложения для вас открыт. Как пользоваться кошельком Trust Wallet? Trust Wallet прост в установке и управлении, что также делает его одним из самых востребованных криптовалютных кошельков. Основные моменты работы с кошельком Trust Wallet. При входе в кошелек по умолчанию стоят три монеты: Bitcoin, Ethereum и Binance Coin. Чтобы появилась другая криптовалюта, выбираем плюс в правой верхней части интерфейса и добавляем интересующие монеты. В разделе коллекции есть ссылки на специальные предметы. Они необходимы в некоторых приложениях. В нижней части экрана можно перейти в раздел децентрализованных приложений DEPS. В разделе настройки кошельки можно добавлять кошельки, нажав на плюс в правой верхней части интерфейса. Здесь можно переименовать существующий кошелек, посмотреть сид-фразу и экспортировать публичные ключи аккаунта. В настройках можно активировать пуш-уведомления, которые будут сообщать обо всех транзакциях. Здесь же можно выбрать фиатную валюту, в которой будет отображаться баланс. По умолчанию стоит в долларах. При нажатии на цифровую монету мы отправляемся в форму перевода и получения криптовалюты. Для отправления средств с кошелька выбираем «Отправить», вписываем адрес получателя и количество монет. Будьте аккуратны, нужно все вводить корректно. Для получения средств на кошелек выбираем «Получить», копируем адрес, вводим сумму и присылаем данные отправителю. Также не забывайте указать сеть, в которой этот адрес. Как пополнить и вывести с Trust Wallet? Пополнение счета отчисляется через платежные системы, которые поддерживает сервис. Инициируя операцию по внесению средств на кошелек, пользователь попадает на платформу платежки, где и производится пополнение. Как вывести деньги с Trust Wallet? Вывод средств из кошелька напрямую в фиат не поддерживается. Для снятия средств необходимо прислать активы на другой кошелек или биржу. Для этого нужно выбрать криптовалюту для вывода и заполнить форму в поле «Отправить». Покупка криптовалюты с помощью кредитной карты основана на курсе в конкретный момент, который не является окончательным. Если курс изменится на 2,5%, пользователю будет предложено подтвердить транзакцию по электронной почте от Simplex. Условия работы с Trust Wallet. Плата за Simplex составляет 3,5% за транзакцию или $10, в зависимости от того, что выше. Минимальная сумма сделки $50, дневной лимит $20,000, ежемесячный лимит $50,000. Как отправить и получить валюты? Для отправки и получения средств на главном экране кошелька выбираем криптовалюту и переходим во вкладку, где доступны опции «Отправить» и «Получить». К примеру, нас интересует отправка биткоинов. Справа от названия валюты находится информационный значок, перейдя по которому можно посмотреть актуальные данные по выбранной валюте, рыночную капитализацию, торговый объем, общее предложение, график курса за сутки, неделю, месяц, год. Чтобы отправить BTC монеты, выбираем опцию «Отправить», указываем
адрес получателя и сумму перевода. Далее. Сервис сразу показывает размер комиссии за транзакцию, который добавляется к итоговой сумме. Если все данные введены верно и размер комиссии устраивает, подтверждаем транзакцию. Чтобы получить деньги, выбираем опцию «Получить», копируем сгенерированный адрес кошелька и передаем его отправителю. Также можно воспользоваться QR-кодом. В начале 2019 года компания предоставила возможность покупать криптовалюту с помощью карты через платежную систему Simplex. Для осуществления операции потребуется ввести следующие данные: e-mail, номер телефона, дату рождения и адрес. Импорт кошельков. С помощью приватного ключа и файла KStore можно импортировать в Trust Wallet бумажники из других сервисов. Для импорта кошельков в настройках выбираем вкладку «Кошельки», нажимаем на «плюс» сверху, под кнопкой «Создать новый кошелек» выбираем пункт «У меня уже есть кошелек». Выбираем валюту, для которой будем импортировать бумажник, и вводим необходимые данные. Если это файл KStore, то открываем его в текстовом редакторе, копируем информацию и вставляем в соответствующее поле. Вводим пароль и нажимаем «Импортировать». Поддерживаемые криптовалюты. Кошелек работает с биткоином и любыми ERC-20, BEP2, BEP20 и ERC-721 токенами. Среди поддерживаемых криптовалют – биткоин, лайткоин, эфириум, Binance Coin, Ripple, Stellar, Dash, Tron, Tezos, Dogecoin и многие другие. Их очень много. Полный список поддерживаемых монет и блокчейнов можете посмотреть на сайте. Команда Trust регулярно добавляет новые токены, поэтому обязательно проверяйте наличие обновлений. Также пользователи могут добавить собственную криптовалюту, воспользовавшись опцией «Добавить токен». Преимущества и недостатки Trust Wallet. Сразу скажу, недостатков у него нет. Это на данный момент самый популярный, самый удобный и самый лучший кошелек для криптовалют в мире. И еще раз его плюсы. Это официальный кошелек топовой криптобиржи Binance. Мультивалютность, поддержка огромнейшего количества токенов, возможность добавить свой токен, все криптовалюты в одном месте, лаконичный и простой в использовании интерфейс, 11 языков. Приватные ключи хранятся локально и никогда не покидают устройство. Совместимость с децентрализованными биржами. Анонимная торговля криптовалютами. Покупка криптовалюты с помощью карты через платежную систему Simplex. Стейкинг и получение дивидендов за хранение средств на своем счету. Web3 браузер, позволяющий взаимодействовать с децентрализованными приложениями прямо из Trust Wallet. Потенциальные взломы блокируются. Надежная система безопасности, которая превосходит банковскую. Оперативная и отзывчивая поддержка. И еще очень много плюсов, но основные я перечислил. И вывод. Криптовалютный кошелек – это не только проводник для операций с криптовалютами, но и хранилище активов. От того, насколько правильным будет ваш выбор, зависит дальнейшая сохранность вашего цифрового капитала. Мобильный кошелек Trust Wallet выглядит привлекательно, работает быстро, поддерживает большое количество токенов, позволяет оперировать криптовалютами и одновременно работать с децентрализованными приложениями в рамках одной платформы. И при этом не взимает никакой платы за какие-либо из своих услуг. И просто один факт, что кошельком владеет самая крупная мировая биржа Binance, уже говорит о его надежности и высоком уровне безопасности. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, оставляйте свое мнение в комментариях. Какие-либо советы или какие видео вы хотели бы видеть в будущем. Все, спасибо. Будьте аккуратны, это криптовалюта. Фиксируйте прибыль.